Чудеса колористики. Сейчас мы с вами порисуем красивые серо-коричневые оттенки, смешивая их из цветных. А конкретно в этом видео мы попробуем их разводить из оранжевых и синих. Так, оранжевый. Ну, например, первый возьмем вот такой, какой-то не совсем оранжевый. И синий возьмем встал синий. Первый был кинекордон сиена. Посмотрим, что выйдет. Ну вот, я буду рисовать разные варианты. Внутри кружочка, если чуть больше такого цвета, чуть меньше. Но как бы я всегда смешиваю эти три. За основу беру. Смотрите, как красиво. Так, сейчас возьму другой оранжевый. Более такой классический вариант оранжевого. Плюс какой-нибудь синий. И сейчас тоже посмотрим, что может получиться, если будем смешивать эти оттенки. Так, это у нас будет синий. Давайте еще один оранжевый. А, возьмем другой синий какой-нибудь. Тоже, например, этот же оранжевый. Плюс холодный синий, например, возьмем. У нас есть ультрамарин синий. Это холодный. Есть фтал, это теплый. Вот первый был теплый, а это холодный. И посмотрим, что будет получаться, если мы смешиваем. Ну, за основу берем другой синий, да? Ну, другие цвета получаются. Разные, сложные тоже. Вот. И, например, вот этот тоже возьмем, но смешаем с холодным за основу. Сдержанный, ну, коричневый, сдержанный, оранжевый, смешаем с холодным синим, чтобы у меня на кисточке уже смешалось, чистый оттенок. Так, и вот смотрим, что может получаться. Такие оттенки.